Это ненадолго. Пусть они выяснят, что с тобой, да? Не бросайте меня! Всего на пару дней. И соскучиться не успеешь. Сьюзен, все, нам пора. Хватит уже с этим тянуть. Будь храброй. Ты сильная. Я это знаю. Джоди, я знаю, тебе тяжело покидать дом и семью. Но у нас больше шансов понять, что с тобой происходит, и защитить тебя. Никто меня не защитит. Все твои вещи в той сумке. Коул и я всегда рядом. Если что-то случится, просто позови, и мы сразу примчимся, ладно? Спокойной ночи. Будь умничкой. Ладно. Где бы тут переодеться? Тёна Идана, мы больше не вынесем. Сначала был этот ее невидимый друг. Потом мебель стала сама двигаться по всему дому. А теперь на нее кто-то нападает посреди ночи. Филипп, я все понимаю. Нет, правда. Вы не поняли. Хватит. Совсем. Эй, скажите, что мы уехали. Или правду. Да мне вообще все равно. Ноги ее в нашем доме не будет. Мы просто хотим снова жить нормально. У нее больше нет никого. Вы нужны ей. Неужели бросить ее вот так? Она переживет. Но с нас уже хватит. Ясно? Вы ей скажите. Или я сам. Дайте время. Я тебя понял. Не затягивайте, Нейтан. Идем, Сьюзен. Все это началось. Мать сказала, что это длится не первый месяц. Сначала она думала, что это обычные ночные кошмары. Но потом поняла, что все не так просто. Эти отметины, царапины, укусы. Видишь, как они расположены? Сама бы так не смогла. И вряд ли это родители. Может, она не врет, и ее преследует нечто. Она молодец, храбро держится. Для ребенка ее возраста необычный психологический профиль, это точно. Ты устал. Иди лучше приляг. Я подежурю. В три разбужу. Ну ладно.
Я пошел. Давай. Надеюсь, хоть тут у них камер нет. Ложись спать, Джоди. Идем, ушастик. Сегодня спим на новом месте. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Стойте! Можете оставить свет в коридоре? Я не люблю темноту. Ладно. Вот так? Да. Ложись. Пока. Не бойся, Айден. Мы сейчас просто уснем. И ничего не случится. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Thank you.
Боже, Джоди! Зови врача! Быстро! Ничего. Все будет хорошо. Айден и больше не боится. Сказал нет. Хватит ныть. Да ладно, Нейтан, хоть раз. Все девчонки из класса идут, и я не поздно, обещаю, ну правда. Мы теряем время, Джоди. Так нечестно. Почему все могут пойти, кроме меня? Я же делаю все, что ты просишь, всегда. А ты не разрешаешь ничего и никогда. Сотый раз говорю, ты не такая, как все, уясни это. Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты. У тебя другая жизнь. Пора с этим смириться. Вот так. Я за дверью. Если что, зови. Сижу взаперти! Ну, пустите меня погулять хоть разок! Ты прости, милая, но у нас правила. Ну, Коул, будь другом, пожалуйста. Выпусти меня на один вечер. А Нейтану говорить не будем. Ну, принцесса... Я не могу. Не я решаю. Эй, можешь не орать, Джоди. Thank you.
Джоди, ты ничего не добьешься. Будешь дома. Точка. Эй, Джоди, не шути с Айденом, когда злишься. Хватит. Это бесполезно. Хватит, Айден. Хоть все в комнате переломай нахрен, им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ. Да, она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Ладно. Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Но ты понимаешь, просто мне это очень нужно. Да, я знаю. Отступать уже поздно. Заперто. Ну, конечно. Здорово, Коул. Джоди. Куда это вы на ночь глядя? Да вот, Нейтан придумал. Типа, ну, ночная тренировка. Вот как будто мне днем мало разных экспериментов. Странно, я вот только что говорил с профессором и... Он сейчас звонил на мобилу, и я... Не знаю, у нашего гения, типа, было внезапное озарение, и, ну вот, он придумал новый эксперимент. Ага. Ну да. Ох уж эти ученые, одна работа. А ты, Коул, язык прикусил? М? Голос пропал. Подцепил
Вирус какой-то. Весь день только может хрипеть и все. Надеюсь, не заразно. Лучше бы ты дома сидел. А нас-то подумай. Ну ладно. Давайте. Проходите. Ну, хоть не придется его машину искать. Тут камеры везде. Надо быстрее сматываться. Давай, садись в машину и заводи ее. Все равно видно. Не самый эффектный побег. Ну, хоть так. Едем, Айден. Старайся не привлекать внимания. Ты ведь меня простишь. Я скоро буду. За меня не волнуйся. Айден, оставь его где-то, где безопасно. Вот этот бар. Девчонки, наверное, уже там. Их еще нет. Подождем. Where
compass tells me where I've been. The motel is my living room. The bar is my bed. Вам сколько лет? 21. Можно мне лимонад? Да, знаю. Нейтан разорется. Ну уж, приехали. Катаем шары. Нет, спасибо. А, давай. Это ж весело. Ну ладно, только одну партию. Дамы, вперед! Метка. Что ты здесь делаешь совсем одна? Ничего. Близко, но увы. А не рано тебе шастать по барам? Сколько тебе? Не ваше дело. Такие вещи не спрашивают. Извини. А родители-то в курсе? Я не пойму, это что, допрос? Эй! Отвали! Да ладно, сама ведь хочешь. Покажись! А ну, выходи, тварь!
жить хочу! Да не ссы ты! Просто валим отсюда! Господи! Господи! Херли, ты встал! Открывай уже дверь! Не могу! Не идет! Отойди, я вышибу! Джоди! Боже! Где болит? Что с тобой сделали? Я просто не...